Абитуриент 78. Каков он, наш молодой человек, идущий в институт, техникум, училище? Оперативно исследовав десятки тысяч анкет, поступающих в вузы, социологи с помощью вычислительной машины дали обобщенный портрет абитуриента 78. Он пытлив, много знает. Он пришел не только из десятилетки, но и из профтехучилищ, любит спорт и, конечно же, красив. Отметим, что у него значительно повысился средний балл в аттестате. Так сказал компьютер. Но он не учел страстей человеческих. А они вечны. Абитуриент 78 тоже не прочь помечтать о счастливом билете. Он тоже волнуется, переживает. Ведь ему надо доказать свое право быть студентом.